Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Горному Алтаю. В прошлой серии посетили Чертов Палец, Кату-Ярык, Алтайский Марс и другие прекрасные места. Обязательно посмотрите, ссылочку видите на экране. На пятый день своей поездки мы снова продвигаемся по Чуйскому тракту, но на этот раз из Акташа на север в сторону самых популярных туристических мест. В прошлой серии мы уже говорили, что Чуйский тракт, по версии журнала National Geographic, входит в пятерку самых красивых автодорог мира. И самое сложное, когда едешь по нему, не останавливаться на каждом километре, чтобы сфотографировать окружающие пейзажи. Но идеальным этот тракт был далеко не всегда. По тому же маршруту много веков назад пролегала тропа для торговых караванов. И сегодня даже можно увидеть ее остатки чуть в стороне от современной трассы. А это памятник коренным жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историей Чуйского тракта. Через дорогу тут же расположен памятник водителям тракта. Композиция из грузовика и легковушки сегодня напоминает о подвиге шоферов, рисковавших жизнями на этой когда-то очень крутой дороге. Следующее загадочное место на нашем пути – урочище Калбак-Таш с петроглифами, которым много тысяч лет. Далекие предки оставили нам изображения оленей, сцены охоты и тому подобное. Хотя некоторые рисунки, кстати, ненароком наводят на мысль, что и более современные алтайцы периодически здесь что-то да подвыцарапывают. А еще совсем недалеко будет другое знаковое место – Чуй-Оозы, слияние рек Чуй и Катунь. Ближе к осени можно увидеть, как серая Чуй сливается с красивой бирюзовой Катунью. Но в конце мая обе реки почти одинакового цвета, хотя виды здесь в целом, конечно, завораживающие. Ну а мы, наконец, добрались до севера Алтая и остановились в турбазе Браунхаус в селе Усть-Сема. Приятное место с гостеприимными хозяевами. Кстати, как видите, погода на Алтае переменчива. Имейте это в виду. Давайте начнем день с приятного разговора о еде. В прошлой серии мы показали вам столовые южной части Алтая и сказали, что высокой кухни там нет. Зато уже в районах сел Усть-Симай, Барангол ресторанов хоть отбавляй. Кстати, алтайский деликатес – блюдо из оленя морала. Мы попробовали несколько, ну, вполне себе обычное мясо. А мы отправляемся на всесезонный курорт Манжерок, чтобы подняться по канатной дороге длиной в 2,5 километра на гору Малая Синюха. Наверху можно сфотографироваться в национальных костюмах, попробовать местную кухню и оригинальный местный напиток – капучино с кедровыми орешками. Но нас больше заинтересовала экотропа длиной примерно в 2,5 километра. а конечная цель экотропы – смотровая площадка, где можно любоваться окрестностями. Следующим пунктом нашей программы будет Камышлинский водопад. К нему можно дойти пешком через мост на территории отеля «Царская охота». Но мы выбрали более быстрый путь. Рядом с той же «Царской охотой» есть речной вокзал, откуда вас довезут до водопада на моторафтинге. Кстати, подъем на лестницу водопада тоже стоит денег. Сегодня мы едем в направлении села Чемал и посетим еще несколько интересных мест. Первое – это торчащие из Катуни острые скалы под названием «Зубы дракона». Следующий пункт программы – священный остров Патмос, названный так в честь всемирно известного греческого острова. Подвесной мост идет к храму, построенному в начале нашего тысячелетия, хотя церковь на этом месте была и раньше, в дореволюционный период. А вот чудо Патмоса, высеченная в скале икона Богородицы. Ну и сам по себе пейзаж здесь, конечно, стоит того, чтобы его увидеть. Кстати, если уже затронули тему религии, то добавим, что исконная религия алтайцев, что бы вы думали? Шаманизм. Да-да, по рассказам местных здесь по-прежнему уходят за помощью к шаманам. Не менее популярна среди этнического населения и другая уникальная религия – бурханизм. Третий пункт программы на сегодня – урочище Чечкыш. Проще всего до него добраться через территорию частной собственности, которая встречает тебя такой вот табличкой. Но давайте просто будем любоваться местными завораживающими видами. Чечкыш – это узкое горное ущелье, которое еще называют «долиной горных духов». Кстати, в музее Горно-Алтайска висит такая вот картина, посвященная урочищу Чечкыш. Очень отражает мистическую атмосферу этого места. Ну а самое красивое здесь – это смотровая площадка на Катунь. Ну а последний пункт программы на сегодня – завораживающий Ороктойский мост. В общем, друзья, мы путешествовали по Горному Алтаю практически неделю, и самое время сделать первые выводы об этом регионе. Итак, вывод первый. Природа – это главная, основная причина, по которой обязательно стоит посетить Горный Алтай. И мы вам очень рекомендуем проехаться на машине от севера до юга региона, потому что действительно очень здорово, пейзаж просто великолепный. И самое интересное, что он постоянно разный, то есть вы можете постоянно ездить, и каждый день вы будете видеть абсолютно другую картину, но всегда очень красивую. Вывод второй. Еда. В принципе, голодными вы здесь не останетесь. На севере очень много заведений. Это либо какие-то лакшери, рестораны, если вам это нужно. Есть попроще забегаловки. Если чуть южнее, то там, конечно, с этим посложнее, но, в принципе, заведения можно найти, какие-то кафешки. Они будут очень простые, а-ля столовки, но поесть, в принципе, можно. Если вы хотите питаться самостоятельно, то всяких магазинов тоже очень много. Самая известная сеть распространенная – это Мария Ра, но и других тоже, в принципе, полно. То есть... Вывод третий – гостеприимство. Ну, честно говоря, нам показалось, что местные жители в основном как-то общаются с нами сквозь губу. Ну, может, это, конечно, наше ошибочное мнение, но вот у нас такая картина сложилась. А если что-то проявляет дружелюбие, гостеприимство, то, скорее всего, это кто-то приезжий, который работает здесь в сфере туризма. Вывод четвертый. Размещение. Опять же, на севере очень много отелей всяких крутых, есть попроще, есть действительно лакшери. Если двигаетесь южнее, то там с этим немножко посложнее. И, вероятнее всего, вам придется жить в какой-то турбазе с удобствами на улице. Такие маленькие деревянные домики, их здесь тоже полным-полно, и буквально вот на каждом шагу можно встретить такую маленькую турбазу. Если вам принципиально, чтобы было более комфортные условия, ну, например, удобство в номере, то такое тоже можно найти. Например, мы жили в таком номере, но это, конечно, лучше заранее поискать, потому что с этим чуть сложнее. Пятый вывод – развлечения. Опять же, скорее всего, вам скучать здесь не придется, потому что на каждом столбу висят объявления о всяких экскурсиях. Они проводятся на джипах, на лошадях, прогулки. Можно покататься на Катуне, на байдарках. Там, ну, в общем, на любой вкус и кошелек. На этом наше путешествие по Горному Алтаю заканчивается. Надеемся, что оба наших фильма были для вас интересными и полезными. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение о Республике Алтай. До скорых встреч!